Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Чинган CS55+, 2022 года, в сером цвете. Бензиновый двигатель объем 1,5 литра, мощностью 181 лошадиная сила. АКПП передний привод, литые диски, хорошая резина. Пробег 12 тысяч километров. Имеются хромированные вставки. Пройдемся по салону. Темный ухоженный салон, кожа, не прокуренный. Имеются красные вставки. Сверху имеется люк, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, мультируль, кнопка старт-стоп, круиз-контроль, камера заднего вида, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 126, 121. 128, 111, 89, 113, 121, 120, 110, 110, 121.